Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители животных. Мы вновь с вами встречаемся в студии, и я отвечаю на те вопросы, которые поступили от вас. Здравствуйте! У моей черепахи появились белые пятна на панцире. Что это может быть и лечится ли это? Значит, очень часто обращаются к нам с черепахами, у которых наступает изменение панциря. Это все связано с тем, что неправильно режим, скажем, годовой режим для черепахи создается. В основном это связано с тем, что в зимний период времени черепаха не спит. То есть, если вы ее ложите спать в коробку, и коробка эта находится возле отопительных приборов или там, где действительно тепло, черепаха, соответственно, не спит крепким сном, а периодически вылазит из коробки или из клетки, ползает все это дело, и нарушается обмен веществ. Соответственно, панцирь становится мягким, и появляется или нарушается пигментация панциря, ну и могут вплоть до того, что панцирь может треснуть. Поэтому нужно обратиться к ветеринарным специалистам, которые разбираются в этом деле, знают, как это должно быть, и вам порекомендуют, как все-таки содержать животное и где оно должно спать, особенно в зимний период времени. Если у вас появились какие-то вопросы актуальные, звоните по номеру телефона, который видите на экране, и я с удовольствием отвечу на них. Ваш питомец не играет, плохо ест и у него горячий нос? Врачи клиники доктора Калинина помогут ему в день обращения. Хирургические операции и терапия, диагностика и консультации. Вызов врача на дом. Более 25 лет помогаем вам и вашим питомцам. Наш адрес: город Челябинск, улица Гагарина, 2. Телефон 230 29 30.